драгоценная бутылка. Что, блядь, куда едем? Собаку гулять. Сейчас до меня, потом дальше. Поехали. Куда? Налево. Давайте мы на море пока поедем. Давай не издавайся, поехали, поехали. Давайте тихонечко, спокойненько, вас на маму. Начинается. Хорош путь, а? Поехали, поехали. Thank you.
туда. Мы подъедем. Доехали. Сейчас он быстро. Ничего, пускай ноги привыкают. Поехали вон тот подъезд. Да, вспоминай. Показывает. От Мегамага прям через речку, через дома. Ой, забыл нифига. Включить. Нифига. Забыл включить здесь. Пауза. А ты когда ее вообще включил? Утром? Так выпал дома. А я забыл. Ты думал, а я что уже на полпути включать? Да, за вами тяжело, пока вот ты не застрял, я не спустил. Я бы не встал. Она просто светофор не успел. Если бы она на трассу выехала, она бы проскочила бы. Да не, я просто улетел быстро, а я смотрю, я наверх поехал. Смотрю это. Ты до раз воротился на лесу. Он и я за ним следом, думаю, понятно, а туда поехали. А? Чё орал? Разворачивайся.
А, ржавая. Я поехал до этого, до парка, думаю, там. А. Серьезно, здесь выйдет, стрюбы. На сухой сюда. Давай, завали.
Все, все, поехали назад, да? Там можем кофе попить. А мы сейчас можем в лес заехать вот здесь на корвете, по дороге, которая в сторону этого. Головных. Потому что там идет, где бомбоубежище заваренное стоит. А там вода, наверное. Ну-ка сядь. Там все время вода бежит. У него ухи так, блядь, болтаются, блядь, на ветру. Горы хуярим, плюс встречный ветер. Ну да. Сейчас побегает, согреется. Ты бы уже песок какой-нибудь придумал. Возить. Он со мной сегодня крайний день. Алены нету, с ним я вожусь. Да, Маргарет? Кто бы так вещи еще покатал-то, а? Считай, крайне скажи, раз... нахуй мне это ваше катание, блин? Замерз я на. Он такой такой. Ну, короче, не важно где, не важно на чем, главное где. Это хорошо, что он тебя ведет. Спокойно, спокойно. Кого я только сегодня не заснял? Пацана везут, блин. Чего? Кого я только не заснял сегодня? А кого еще? Ну пацана это. Толика, блин, ага. Везут. Ты еще собачку, блин. А, тоже снял? Да, я ж на видео снимаю. А. Вот фотку бы еще. Было бы готово. Ну давай уже на обратном пути. Ну или тебе сейчас вперед дернуть. Ну давай.
что, они уже наверху? Они только-только свернули, вон они.